Доброго утра. У нас сейчас завтрак. Да, мы сейчас позавтракаем и пойдем на парад, да? С дедушкой Колей, да. Сегодня же 9 мая, День Победы. Дедушкой Колей, да. Смотрим сейчас по первой, подготовка везде к параду, в Волгограде, в Москве. Дедушка Коля, да. Так, мы уже взяли таблички. Надо какой-нибудь фотографии вот эти вывешивать, как они. Вот сижу, в доме, мы вчера фотографии. Так вчера только узнали, оказывается. Да, что воевали, сержимые родственники. Мама, ну, Гамбриха, одну я. Смотрите, кто-то так интересно коляска. Да, едем, все идут даже на аппарат. Шеф. Давай я сейчас понесу Надежку, Коль. Что? Давай. Я тоже ничего не... Давай, с Димой. Это Коля, да? Я скрутила наконец. Покажем. Это еще сколько долго? Еще недолго. Более... Это оркестр впереди, да? Более шагов 300 сделать. Да? Привет, родня!
столько мотоциклов. Обалдеть. Как красиво. Мотоциклы. Ну они же, как у них бывает же байк-парады, да, вот это к 9 мая же. Потому что они в Мышастовку не заезжали, да, а сейчас... Может, заезжали раньше или позже. А, по-моему, Харлашка нельзя. Подожди, я тебе говорю. У папы же есть там в кармане шарики, да? Да. Здравствуйте. Ну пойдем уже до конца. Здрасте. Сколько, видишь это? Бессмертный полк. Видишь, сколько фотографий много? Он главный сельхоз. Директор практически. Великому народу, народу, победителю. Ура! А где? А, вон Зоя. Все, мы в машине, папуля наш со всеми портретами. Так, что за драки, ребята? Так, ну хватит, ребята, серенький, тебя уже зовут домой, по-моему. Да, ну
ищешь, не кончаешь, ты же сын. Пока, родня. Пока. Сафоня поспал, да, сына? Ты молодец. Да, теперь на день рождения надо собираться, да? Или тут уже... Ну да, это великомученики, но красивенькие, да? Великомученики. Красивые эти ванчики должны быть, если вдруг раскроют. Так ничего, пиона вот не успела к 9 мая. Сирень уже отцвела, и ирисы еще у нас не распустились. И говорю, пион не успел к 9 мая. А у меня вон, глянь, это, вот эта вот орхидея выпустила, а тут вообще ничего не видно. В общем, здесь новая стрелочка. Новый этот, ну, цветы. Позвони прямо сейчас. Концерт, да? 210-4000. Какой-то станица. Класс. Это того. Пардив, Горпарк. Окунитесь в атмосферу роскоши и комфорта. Это мы на салют приехали. Так, иди. Антошек, иди сюда. Поздравляю вас с этим великим днем, Днем Победы. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия, процветания. Сегодняшний праздник завершится салютом 22:00. Праздником с Днем Победы! Спать хотите? Сейчас умываться, спать. Не, мыться, наверное, не будем. Я не знаю, может, антенны не включали, воды нету, там теплый. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, okay?